главные люди сегодняшнего действия, а именно команды во главе с главным арбитром и его помощником Беларуси, прозвучало, это значит, что можно непосредственно уже переключаться на события, которые происходят на поле. Ну, команды, конечно же, приветствуют друг друга, традиционное рукопожатие. И напоминаю, что этот матч вы можете смотреть на телеканале Минск ТВ в приложении «Футболки». Как я говорил, у нас на экране будут располагаться по первому качественное тайму. Но вот попытается исправиться Ярослав, подача в центр штрафной, на дальнюю штангу. И как же сейчас не попал уже в пустой угол Александр Васильев. Мяч головой в аут, ну, правильно говорят, лучший враг хорошего. Минск в атаке, удары за пределы штрафной, и Панкратов убивает мяч на угловой. Второй угловой в этом матче зарабатывает Зубейко. Васильев слева предлагает свои услуги. Прищепа замечает, это замечательно. Васильев, классная диагональ, прищепа, подача в штрафную, удар головой выше ворот. За 22 игры по 2 победы на 2 команды. Это маловато. Удар штанга в исполнении Савастьянова. Там все пролетели мимо. Вот пока я рассказывал о двух победах. Ну, Назаренко сейчас очень жестко подкатился и под Насибулиной. И 23-я минута. Руками из-за боковой в центр. Бабко назад на Назаренко. Назаренко обыгрывает Шевченко. Назаренко на поступах штрафной. Передача на Бамба-Бамба на ударной позиции. Ой. Но как все было здорово, было более опасно. Но угловой тоже может быть опасным. Подача в центр штрафной. Веремко из ворот выходит, кулаками выбивает. Бабко на подборе, удар за пределы штрафной. И упал там мяч не в сетку, а на сетку. Пробиться у нас первый тайм. Но Слуцк этот тайм пока что вот в данной секунде завершает в атаке. Бамба на Назаренко. Назаренко в штрафной. Удар поворотом. 1-0. Это Павел Назаренко. Ну, гол просто потрясающий в исполнении Павла. Но я отмечу в первую очередь передачу 10-го номера хозяев Бамба. Как он увидел правого защитника. Это просто... круто. Это вообще передача, просто конфетка. И ну, даже не скоро, а прямо сейчас мы начинаем второй тайм. Тимошенко заставляет действовать чуть быстрее. Александр Васильев, ударная позиция. Передача в центр на Алексеевича. Насибулин поперек. Удар. Какая комбинация. Удар завершающий в исполнении Ильи Алексеевича. Не достигает цели. И здорово разыграли вот этот момент. Алексеевич здесь подтолкнул спину Яцкевич и быстро разыграл Дудик мяч с Бабко. Бабко на правом фланге мчится в атаку. Есть там и Дудик, есть и Бамба. Бабко сам на Дудика. Дудик, удар поворотом! Веремко спасает свою команду. Трубило немножко поднимает голову. Мягкий заброс вперед. Положения вне игры не было. Иван Бахар, какой удар! Панкратов выручает пустые ворота. Сутолка самая настоящая. Пятый угловой будем мы наблюдать. Вот так вот разрешился этот момент. Но я отмечу передачу Алекса Видича, который сделал такой вот мягкий забывает он вновь на подборе случайно. Савастьянов слишком долго. Евгений расставался с этим мячом. Насибулин набирает свою скорость. Савастьянов пытается его догнать. Там Курилов и Бабакар обороняют свои ворота. Бахар встречается с мячом. Удар по воротам. Пустые ворота. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас Шевченко... не забил, подумал я, а голов не забит с тех угловых. И удача! Какой же сейв! Видишь там гол на своей половине поля, но этот момент этот все равно надо играть. Подача! В исполнении Савастьянова, удар головой Яцкевича, но все это лирика, положение вне игры было секунд. Длинная передача вперед. Абубакар не точно. Подбери Шевченко. Шевченко удар поворотом. Мяч попадает в сетку, но с внешней стороны.